Был смешной случай, значит, по прокуратуре. В вашей жизни? В моей жизни, да. У меня есть очень веселый документ, храню его как память. Значит, в Москве армянская община хотела отжать гектар земли. Им там мешал только детский садик. В центре? Это на Олимпийском проспекте. Гектар земли хотели они отжать. Они купили там всех, кого только можно было в округе купили. Им этот детский садик разрешили снести. Это рядом они со своим собором хотели. Да. Они хотели прирезать туда гектар земли. И там было, ну, всем было понятно, что это сговор коррупционный, потому что нормальный детский садик. Это при Лужкове, да? Коррупционный, единственный в Москве, да. Значит, и вот жители там 1000 подписей собрали, обратились в Генеральную прокуратуру. Из Генеральной спустили вниз межрайонную. И вот этот межрайонный прокурор с грузинской фамилией, он пишет: к нам поступило обращение из Генеральной прокуратуры, прошу вас с этим вопросом разобраться. Как вы думаете, кому адресовано было вот такое письмо межрайонному прокурору? Опять тем же коррупционерам. Вот и все. Нет, начальнику ДЭЗа. А вот так. То есть он дальше своего клерка в прокуратуре не должен был допускать это письмо. Он его в ДЭЗ адресован. Директор ЖКХ. Я вам больше. Бабушки у подъезда. Он так и написал, он директору районного ДЭЗа написал. Значит, у меня это до сих пор. И что вы сделали, Алексей Иванович? Я до сих пор любуюсь тем, как по служебной лестнице этот прокурор поднимается. Он до сих пор работает в Москве. Фамилию его грузинскую забыл. Грузинскую у него фамилия. Вот. Значит, он до сих пор работает прокурором. Ну, чудесный человек, получается. И поэтому, что с детским какой садиком? Какой надзор может этот человек? Значит, нет, с детским садиком разобрались, так сказать. Там были активисты хорошие из народа, которые заставили Лужкова, собственно, постановление вот этого вот о передаче земли и уничтожении садика, заставили Лужкова съесть. Да? Садик стоит до сих пор. Лужков отменил свое постановление, люди победили, значит, но тем не менее, вот они вот такие вот... А вот вы нам технологию все-таки, кому надо обращаться? Вот видите, люди борются на местах, ничего не могут, ничего не дают, все воруют, и прокуратуры местные как действуют? Подскажите, знаете, может быть, плохому жаловаться плохому. В администрацию президента? Бороться с коррупцией? Одному человеку или просто гражданину невозможно. Нереально. Система побеждает всегда. То есть к этому нужно, да. И депутату невозможно. И депутату одному невозможно. Только при поддержке. Потому что вот у нас, например, вот мы когда к нам обращались, например, да, там, вот даже по тому же, там, скажем, вот по детскому садику, например, да, мы спрашивали: послушайте, коллектив детского садика, родители, жители будут поддерживать? Если не будут, то мы не возьмемся и не сделаем этого. Если будут, да, мы возьмем все это, сделаем. И также везде в других случаях. Настоящее, еще что-то, так сказать. Вот. Значит, только тогда, когда поддерживают люди, когда есть организация, когда есть возможности, только тогда можно решить эту проблему.